этого германского. Да, да, да. Давидзон. Кто? Давидзон. Я не знаю. Виктор Давидзон. Да. Я хочу рассказать, где вы не жили мы. Нам нельзя забывать, что во всем мире нет. Для нас ближе родней, чем любимых и милых, дорогих матерей. И у многих из нас матерей нет живых. Мы храним их в сердцах, вспоминая о них. Очень жаль, что и жить. Наши мамы ушли, их могилы остались. А как много людей, моя милая мама, я тебя вспоминаю. Я смотрю твое фото, прошибает слеза. Мать умела прощать и ждать от детей, и начать страдать. И об этом, конечно, мать старалась молчать. Только мы не всегда могли это понять. Моя милая мама, я прошу всем сердца, к матерям быть добрее. Нас растили они, и не спали ночей. И когда бы с тобой не случалась беда, отходила беду, твоя мама всегда, моя милая.